Доброго времени суток, друзья. Мы продолжаем проект X, который брал некий двухнедельный перерыв. В прошлом голосовании вы выбрали вместо Клыкана команду Кирилла. Спасибо, что не оставляете меня без хила, но это наш последний хил. Я уже подобрал вот этого вот соперника, на которого мы сейчас и пойдем. Елена по центру, Альберих и Зарния по краям. Я думаю, тут шансы есть даже получить 2 очка. Ну и давайте посмотрим, что же. Что же нам даст поле? Оно даст нам ничего хорошего в плане синих камней. Так. Можно двинуть здесь фиолетовые. И, наверное, начнем двигать зелененькие, чтобы постараться зарядить Гензеля. Все-таки заблокировать Лену — это первоочередная задача. И я думаю, у нас сейчас это получится. Так, хорошо, стоп, комба не лети. А, кстати, вот это неплохо. Неплохо комба зашла, отлично. Вы смотрите, она продолжается, ну, блин. Тут, как бы, в первую очередь выхлёстывать надо Изарнию по-любому. Так, Альбериху еще долго, поэтому давайте сделаем вот так вот. И царем пробьем Изарнию, скорее всего, отлично. Ну и получается, делаем синенький. Заряжается снова у нас все. Отлично, Сабина отлетает. Ну и давайте постараемся пробить под минус точностью Альбериха. Все сложилось просто идеально. По-моему, этот двухнедельный перерыв пошел нам немножечко на пользу. Потому что сейчас мы остаемся с той командой, которая у нас есть. И получаем за этот бой 2 очка в копилку проекта. Что ж, голосования завтра не будет, но будет следующий выпуск. Поэтому дальше интереснее и всем пока.